«Старость в радость» – именно так называется совместный проект, организованный волонтерами фронт-офиса БРГ и Павлодарским монтажным колледжем. О том, кому помогли ребята и какие работы были проведены, расскажем в следующем материале. Данный проект в регионе реализуется впервые, в рамках которого волонтерами осуществляется ремонт в домах одиноко проживающих пенсионеров. Региональный фронт-офис БРГ совместно с волонтерами Павлодарского монтажного колледжа реализует проект «Старость в радость». В рамках этого проекта мы сейчас проводим косметический ремонт в двух объектах на данный момент. Это у нас Матросова 40, где мы как раз таки здесь находимся, и по адресу Ломова 167. Буквально вчера мы закупили строительные материалы, и сегодня ребята приступили к ремонтной работе. Руководство монтажного колледжа отмечает, что подобная деятельность воспитывает у молодежи ответственность и уважение к старшему поколению. Мы делаем косметический ремонт в доме, а именно мы монтируем гипсокартон, устанавливаем профиля, устанавливаем межкомнатную дверь, произвели покраску потолка, побелку стен, будем укладывать USB-панели и укладывать линолеум. Пенсионерка Батес Джамаева очень благодарна волонтерам. Говорит, что сама бы не справилась с таким объемом работ. Вот потолки и стены выравнивают, красят все, во дворе убираются. Большое им спасибо, что помогают одиноким пожилым людям. До конца проекта ребята планируют помочь еще трем одиноко проживающим пенсионерам. Волонтеры надеются, что найдутся желающие оказать спонсорскую помощь. Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, РТС Ахпарат.